Ёб твою мать, что туда забираться? Ну все, мы в принципе заселились в это чудо деревянном домике, и мы пытаемся закрыть дверь и уже пойти на тренировку, чтобы разгрузить конструкцию. Сильный ветер, мы живем рядом с морем, в Надежде. Классная, кстати, гостишка. Всем доброе утро. Сегодня второй день сбора. Все-таки хочу рассказать вчерашний день, потому что я тогда особо не выспалась. Я спала всего лишь максимум 3 часа за день, потому что я еще спала в самолете, меня там ухо заложило, было не очень, скажем, комфортно. Мы проснулись в 5 часов, чтобы выйти в 5:30 и доехать, в принципе, до аэропорта. В 6:30 я туда и доехала, в принципе, и... Скажем, потом вот эта вся регистрация была, потом самолет 2:30 летели, я это все время спала. Потом мы пошли на автобус, он ехал вообще 3 часа до этой базы, что очень было некомфортно. По сравнению с девочками, которые прилетели в Анапу, они сюда ехали, ну, час, я не знаю, я не рассчитываю. Вчера был такой вот, скажем, ненагруженный день, сегодня уже... 2 апреля, и скоро будет завтрак. У меня все лицо выспано. Хотя вчера я делала маску. После него у меня как-то сухость была на лице, и я намазала потом новым средством, которое тестировала. Надеюсь, все-таки у меня лицо не так сильно будет ужасно и, скажем, шершавое. На улице довольно комфортно. Я сижу довольно не так-то одета. Мы находимся рядом с морем. Если выйти, будет морской бриз рядом. Посмотрю, что на завтраке будет, потому что вчерашний обед, ужин, ну, мне понравился, тут прям, скажем, для похудения все. Короче говоря, решил пойти на море. Вон, моя соседка уже там. Просто послушайте этот прекрасный звук, я не могу! Сейчас мы будем наблюдать за животным миром. Смотрите, как она ест аппетитные яйца со столовки, которые мы взяли. Угостила Александрия. Вот так происходит процесс поедания и, в принципе, пищевая линия. В принципе, мы взяли тесто без сосиски. Пока дома никого нет, я решила сделать экскурсию, поэтому наслаждаемся процессом. Мы живем на 2-м этаже, поэтому так получается. Мы входим. Тапочки, в которых хожу на улицах, мы оставляем здесь. Слева у нас, типа, общая комната. Микроволновка. Здесь у нас посуда, что очень удобно, кстати. Здесь кулер, холодильник, еду, которую можно сюда положить, еще что можно сюда положить. Потом мы входим в туалет. Здесь подогревательные полы, весы наши, зеркало и душ и ванна. Дальше входим в однушку. Здесь свет не озаряет, но он озаряет хорошо вечером. Вот, здесь двухспальная кровать, 2 светильника, ящик. Шкаф и, ну, как видите, все есть. Идем в двушку, где живу я с Сашей. Тут 2 кровати, кондиционер, окошко, которое утро заряет, вечером нет. И наш шкаф, это моя половина. Но это все сушится после первой тренировки. Вот, здесь такие вот ящички. Покажу, как тут внутри сделано, а то у меня там запах. Телевизор.
Это наша тяга лежа на улице. Кайф, спортик. Да ты что, блин? Скорее всего, не так, потому что это она шире. Только что мы ходили на тренировку, и уже на вторую. И я выходила в двойке и успешно натерла мозоли. Очень симпатично, их очень много. Так как я вышла в фарновитле первый раз за все время, вот такие вот результаты. Придется их лечить, выздоравливать. Ну, конечно, это было предвидено, потому что у меня каждый год в начале сезона мозоли, как у каждого грибца. Вот, мы сейчас уже заканчиваем, автобус сейчас сядем, поедем на ужин. После этого уже будем готовиться ко сну и, в принципе, подключаться к интернету, потому что он здесь очень плохой, и хотелось бы, чтобы он был лучше, намного причем. Уже окончательно руки себе раздербанила, растовошила. У меня везде мозоли, все болит. Мы только что пришли со второй тренировки. Такой ведь труган и такое течение. Против них просто, я не знаю, как мы сражались. Но мы, слава богу, дошли. Нам уже в конце тренер посоветовал, мы уже долго табанили и не могли подойти к этому плоту. И он нам посоветовал носом против течения. Но это же гениально и просто. Мы подошли за раз-два. Вот. Я вот даже, ну, не сказать то, что сильно, но все-таки у меня мозоли есть. Сегодня была равномерно техническая тренировка, но мы не дошли 8 километров, потому что здесь ситуация у нас. Если у меня болит спина, мы выходим с воды. И у меня болела спина, и сейчас даже немного болит. Ее сейчас надо подкачать. А все остальные девочки, помимо 12 еще, помимо 16 километров, они идут еще 8. Прошла, значит, тренировки. Жесть. Такие у меня руки. Самые лучшие средства, которые существуют, это йод, но только не карандаш, а обычный, который в баночках. Пантенол и цинковая паста, либо мазь. Пластырь используем только тогда, когда уходим на воду. Настя. Ну, в общем, так мы обработали наши руки. Все безумно болит, щипит, жжет. Вечером у нас будет еще одна тренировка. Я устала и хочу спать. До скорого. Я уже тренировалась, сделала тренировку, ЛФК и небольшой ФП. И хотелось бы вам сказать некоторые вещи, которые меня очень волнуют при снятии этого влога. Когда я планировала снимать этот влог, я думала ограничить себя 10 минутами на каждую часть. Я планировала выпустить две части в половину сбора и во вторую половину сбора. Вот. Но получается так, что первые 3 дня уже заняли 10 минут, и мне придется эту часть уже выложить. Вот. Всем спасибо за внимание. Также благодарна девочкам, которые мне помогали снимать некоторые кадры, которые я бы сама не смогла заснять. Спасибо вам за внимание. Также ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока. До новых частей на этом сборе, в этом тюменьке.